Севастопольское сказочное королевство пышно открылось в Международный день защиты детей под звуки торжественной музыки в исполнении военного оркестра полка Южного округа Росгвардии. Фестивальные события всегда отличались широким творческим размахом. В нынешнем году зрителей, маленьких и взрослых, ожидает особенно насыщенная программа. И в течение 7 дней это будет чудо, это будет праздник, это будут встречи, это будет обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями, опытом. Актеры будут дружить, зрители будут радоваться. И я всех-всех приглашаю в эти дни не пропустить то, что для каждого может стать большим сюрпризом и необходимым эмоциональным впечатлением. Мы имеем честь объявить об открытии 6-го Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство». В этом году фестиваль «Сказочное королевство» впервые пройдет на 3 театральных площадках. Кроме сцены Севастопольского театра юного зрителя, будут задействованы подмостки драмтеатра имени Бориса Лавренева Черноморского флота и Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. 4 июня в его рамках состоится первый фестиваль уличных театров, представления которого ждут зрителей на Приморском бульваре. Огромное количество, как я слышал, будет площадных уличных театров. Это для меня вдвойне радостно, потому что это прекрасно, когда люди идут по улице по своим делам, спешат куда-то, торопятся, и тут бах, попадают в театрализованное представление, сами того не желая, может быть, не подозревая и даже не мечтая об этом, становятся участниками представления. Для участия в «Сказочном королевстве 2022» в наш город съехались все детские театры Республики Крым. Свои спектакли представят коллективы из Москвы, Рязани, Ульяновска, Тамбова, Екатеринбурга. Каждое утро прямо перед севастопольским ТЮЗом желающих ожидает зарядка от спортивных федераций нашего города под руководством Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Ежегодная такая коллаборация культуры и спорта, где мы выставляем лучшие федерации, где федерация заявляет свое желание показать себя и привлечь еще больше в свои секции детей. И как раз эта площадка возле ТЮЗа позволяет нам привлекать в спорт все больше и больше молодежи, все больше и больше детей, в том числе и благодаря этому фестивалю. Конкурсная программа фестиваля «Сказочное королевство» открылась показом музыкального спектакля «Самая рыжая сказка» Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского в постановке известных севастопольских актрис Нателлы Абелевой и Ольги Лукашевич. Это же большой праздник, и когда он начинается летом, этот праздник для детей, конечно, он нужен, важен, необходим и приятен. Да, это событие для города, для событий для детей, потому что им уделяется огромное внимание, и здесь концентрация сказок, концентрация волшебства, радости, счастья. Творчество, искусство. Потрясающе. Нам очень приятно. Да. Никогда не видел коровышей ногами. Подробно ознакомиться с программой 6-го Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство», который проводится Севастопольским ТЮЗом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Городского департамента культуры и Федеральной программы «Культура Малой Родины», можно на сайте СевТЮЗа и в специально созданной группе социальной сети ВКонтакте. Фестиваль продлится до 7 июня. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро.